Маммография – это рентгеновское исследование молочных желез, которое позволяет выявить опухолевые образования. Во время процедуры женщина освобождает свою грудь, которая поочередно помещается на специальную платформу рентгеновского аппарата. Делаются рентгеновские снимки в двух проекциях – прямой и боковой. Показанием для маммографии является скрининг у женщин старше 40 лет – один раз, 1-2 года. Также маммография может выполняться при самообследовании, да, когда женщина сама у себя находит какое-то опухолевидное образование, либо когда врач при пальпации прощупывает какое-то образование. Тогда маммография может выполняться и до 40 лет. Также маммография может проводиться для динамического наблюдения, то есть для того, чтобы в динамике отследить размер того или иного образования, то есть насколько оно увеличивается или нет. Также маммография может явиться как дополнительным методом исследования при неоднозначных результатах УЗИ молочных желез. Благодаря маммографии можно обнаружить опухоли размером 1-2 мм, то есть на очень ранней стадии. Это значительно повышает эффективность лечения и шансы на выздоровление. Поэтому проходите регулярные обследования и при выявлении тех или иных изменений в молочных железах обязательно обращайтесь к маммологу.